Азия это, блин, не Европа, это просто, я не знаю. Да, особенно Казахстан, я ехал, считай, 2000 километров по пустыне и против ветра. Это просто, ну, я думал, там не выживу, не знаю, что со мной будет, я там воду там просил у людей, ну, короче, это пипец. Люди, кстати, очень хорошие, Армения, Грузия, Азербайджан, Турция, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, все люди приветливые, сюда кормили, поили, ну, просто я был удивлен, вообще классно, просто. Ты едешь и вот смотришь на карту, да, там 150 километров, ничего нет, ни одного дерева, ни одного поселка, ни одного магазина, все, степь, пустыня, жара плюс под 50, там 44-45, это, и ты просто выживаешь как. Я вылаживал на Facebook там фотографии, там рассказывал все, делился, что со мной происходит, что реально на самом деле со мной происходило именно. Ну как оно вообще, как было тяжело. Ну классно, люди угощали, вот прям были моменты, как колеса кололись, а прошлый машиномонтаж заехал, ну и вечер. Я говорю, ну где гостиницу можно ночевать? Да, или переночуй у меня, у него там баня, ну покупаться можно нормально. Реально, люди простые, накормят, напоят, даже было, заходил в кафешки, где дальнобойщики, просто кушал, и они говорят, мы типа за тебя заплатим, ну такое, я был удивлен вообще, просто так, ну. Люди, блин, домой вот на трассе даже было, домой просто поехали, у нас погостишь такое, ну чуть-чуть, ну как, вообще. И только проехал, что было там в Сербии, горы, горы, кстати, очень красивые, значит, гор. Был там вот в Европе Альпы эти, Пиренеи всякие, и там, не знаю, как называются. Но я не скажу, что они хуже, они, у них просто меньше рекламы. Те разрекламированы, а эти, блин. На Кавказе, да? Да, Кавказ, ну там даже больше, не Киргизия, Таджикистан, там такая красота. Я не передашь ни одной вида, ни одной фотки вообще, там просто. Я пока доволен, я честно, я сам не верю. Вот эта поездка мне так далась именно тяжело. Ну, я классно. Ну, это было вторая, испытание. Да, была? И Азия мне понравилась. Кухня, кстати, вообще, чай в Турции, ну, что я вспоминаю, кухня в Узбекистане самая вкусная. У нас так не готовят, ну, вообще, кухня супер, класс вообще.